Подписывайтесь на онлайн-журнал LifeWod ВКонтакте. Там вы найдете множество интересных и полезных рубрик. Ссылка в описании. Всем привет, с вами Рус Смит. И сегодня я вам представляю новый мод «Светлячок», который прямо в бою показывает, сколько вы насветили и кого вы подсвечиваете в данное время. Цели, которые вы подсвечиваете, выделяются голубым маркером и лампочкой над танком. Тем самым, когда вы катаетесь на светляке, вы видите, сколько вы целей засветили и когда вы их подсвечиваете, в какое время. Потом маркер пропадает, когда вы не подсвечиваете. А потом, опять же, все повторяется. Вы подсветили цель, над ним загорается лампочка, и он выделяется маркером. И вы видите, сколько урона настреливают ваши союзники. Но этот показатель примерный, поэтому он может различаться потом после боевой статистики. А скачать данный мод можно вот на этом сайте. Здесь пролистываете вниз и нажимаете «Скачать». Ссылки в описании. Далее, когда скачали, заходим в загрузки, открываем этот архив скачанный. Вот эта папка. Вот она у нас, папка «Scripts». Теперь открываем игру с танками. Правой кнопкой расположение файла. Открываем папку «ResMods». 096, и здесь тоже есть такая папка scripts. Мы просто перекидываем эту папку вот сюда и заменяем, нажимаем да, галочку, да, еще раз галочку, переместить замену. Все, эти файлы совмещены, ваш модпак с этим модом будет работать. И на этом все. Спасибо за просмотр, не забывайте подписываться, всем удачи.